Не сожалеете? Надо разделять этот вопрос, конечно. Красивого в этом ничего нет, да, это очень ясно. И я выложил это видео и настоял, чтобы это видео президентская администрация мне отдала, потому что уж слишком высок был дискурс. И как ни странно, в таких вещах лучше говорить правду и лучше дать информацию и не казаться лучше, чем ты есть. Что касается этого всего, я не то что не горжусь, я прошу прощения у каждого, кто это увидел. Я не прошу прощения у господина Михаила, но я прошу прощения у людей, да, потому что я дал эту эмоцию, которую не мог не давать. С другой стороны, я объясню природу такой моей реакции. То, что вдруг он придумал, бахнул за 63 секунды или там за 23 секунды, то на этом месте мог быть вы, могли быть там любой другой, кто посягнул на, как он говорит, я Саакашвили. Как вы смеете со мной так разговаривать? Понимаете, я действительно, когда я говорю, что ты свою страну довел, то я имею в это вкладываю совершенно не ксенофобский или какой-то другой контекст. Да? Судя по всему, вы не коренной украинец тоже, да и я армянин. Да? Я вкладываю другой контекст. Я вкладываю... Есть контекст той работы, которую делал Михаил в Грузии. Есть контекст, который привел к тому, что Грузия, так мягко скажем, сейчас сильно стагнирует в сторону пророссийских сил. Мы имеем там очень яркий неуспех, как я думаю, с точки зрения демократического мира. И я совсем не хочу, чтобы эти методы переносились сюда. То, что, проходя мимо, он решил бросить встречное обвинение, не дав сказать слово, для меня это неприемлемо. И я, как человек, счел необходимым так отреагировать. С третьего раза, когда сначала обратился к президенту пресеки, а затем реагировал. Есть горячая кровь не только у этого товарища, есть она и у меня. А есть у меня и достоинство. И в том числе в том, чтобы стыдиться этого видео в контексте общественной жизни. Теперь по сути. У нас в обществе появился такой, знаете, элемент особого популизма. У нас всегда хватало популистов, вам ли не знать. То есть, а у нас появился особый популизм. Он последний год называется антикоррупционный популизм. Когда все ходят и говорят на одну и ту же тему «коррупция, этот украл». Это все завершается ничем, это все набалтывается, забалтывается, все уже перестают один другому верить. И это страшно большая беда. Поэтому, когда кто-то что-то делает, я это уважаю. И я уважаю сочетание человека, который делает и умеет рассказать, умеет подать. Для меня это важный элемент свободного общества. Когда человек пользуется только подать, используя элементы информационного общества, для меня это плохо. Потому что в этот момент в стране прописаны горькие пилюли, а совсем не популизм. Ну вот то, что я хотел сказать, что является очень важным, на мой взгляд. Саакашвили в тот момент хотел...